Постарайтесь быстро выпилить бабушку, да, чтобы она не могла выйти теперь, обжаловать твое определение, вот это, которое она вынесет. Сейчас. Вам будут разъяснять, вам суд должен разъяснить. А вы сейчас стоите так упрямо. На черных, да. 17-15. Угу. За невыполнение требований решения суда для добровольного выселения. Ваши действия незаконны, Егор. А как она может сломать? А я не знаю, как она может сломать. Поломайте сейчас камеру. Вы сейчас поломаете камеру, товарищ человек. Вы сейчас поломаете камеру. Берите, пожалуйста. Держись, держись. И ты вот свои там достань. Берите, берите. Я говорю, нога болит у меня. Опускай, выселил, все, уже не имеешь права. Опускай, все. Выселили? Не трогайте больше человека. Питером труда. Да, вот смотрите. Учила, работала. С автоматами на бабушку. Проработала. Смотрите, люди, смотрите, а завтра вас так будут выкидывать. На сегодняшний день у нас проводились исполнительные действия в рамках возбужденного исполнительного производства о выселении. Выселение должно быть произведено без предоставления другого жилого помещения. Нам были выполнены соответствующие требования решения суда. Истцом, соответственно, была администрация, а ответчиком, соответственно, был граждан Луценко. Ну, силы здесь никакая не применялась, все как бы прошло очень в нормальных рамках, так сказать. Ну, силы здесь никакая не применялась, все как бы прошло очень в нормальных рамках, так сказать.